Чарговый день предприемства проведут у Гомеля в ближайший четвер 15 листопада. Беспрацовных и незанятых горожан чекают у 10:00 раницы в управлении по праце занятости и социальной обороне на Пролетарской 18. На встречу прийдуть представники предприемства у Салео Гомель, Рестрейд и Гомельский тлушчевый комбинат. Працедавцы готовы пропоновать разные вакансии. Например, продавца, повара, аутослесара, оператора станков.